Доброе время суток, друзья! В этот раз речь пойдет о партиклах. Для начала поясним, что же такое партиклы. Если говорить простым языком, партиклы — это те же спрайты, но имеющие качество 3D-объекта. То есть, партикл можно рассмотреть с любого ракурса. Чаще всего партиклами являются всевозможные искры, брызги, пыль и другие визуальные эффекты окружающей среды. Где же найти партиклы и как посмотреть их прежде чем использовать? Скомпилируйте любую карту с дополнительными параметрами запуска Tools Nope 4. При запуске игры перед вами откроется редактор, в котором можно создавать и просматривать существующие партиклы. Выбираем режим партикл и пытаемся что-то открыть. Но перед нами пустая папка. Проблема в том, что весь контент игры упакован в архивы, которые не читаются инструментом. То есть вам придется сначала вытащить папку Particles из игровых архивов. Для этого можно воспользоваться инструментом GCFscape. Только лишь после этой манипуляции можно будет предварительно посмотреть любой партикл. А вот, допустим, поток воды. Его можно рассмотреть с любого ракурса, а также редактировать как вам угодно. Но об этом не сегодня. Сегодня мы учимся находить нужный нам партикл и использовать его в игре. Выбрав приемлемый партикл, запустите Hammer и разместите на карте Entity Info Particle System. В переменной System Name вписывается имя партикла из редактора. Скопируйте его и вставьте сюда. А в качестве контрольной точки впишите имя самой же Entity, чтобы вода лилась из нее. Не забываем поставить Start Active, чтобы Entity не требовался триггер для включения. Компилируем карту и наблюдаем наш партикл воочию. Сегодня мы познакомились с партиклами и узнали, как их найти и использовать. В дальнейших уроках мы продолжим углубление в эту тему, вплоть до создания уникальных визуальных эффектов. А пока, удачи, Тамадачи!